Вот попался бэсик, такой, не очень большой, нормальный, не знаю сколько здесь, ну больше чем килограмм, кило 300 может. Всем доброе утро. Сегодня у нас 23 апреля, мы с Володей едем на кемп, открываем мы кемп, конечно, мы сюда заехали, здесь все в инии, был ночью морозец, наверное, минус один или минус два, в общем, открываем мы весенний кемп, первый раз выезд у нас. Ночевкой, но мы ночевать, наверное, не будем. Побудем здесь сегодня целый день, посмотрим по ходу пьесы. Но сейчас выходили на заправку, прохладно. Так что в первую очередь, как приедем, сразу надо будет разводить костер. Мы немножко легко одеты. Так что оставайтесь с нами, ребят, будет интересно. Первый выезд весенний, апрель месяц. Кемп на реке, в лесу, на севере. Приехали на наше место. Так лесоповал тут и остался с осени. Все завалено. Такой рассвет. Река. Мы здесь походу одни. Американцы такую погоду не отдыхают. Им надо, чтобы тепло было. Ну, а мы экстремалы. Что с нами сделаешь? А нет, там стоит вон палатка, да, Володь? Рядом. Так, надо костер разжигать прохладно.
охоту на крупную рыбу. Так, пока у нас утро, надо быстренько воспользоваться этим моментом. Поставить кружочки. Як вам погода? Как в сказке. Снег падает, капец. Вот это мы еще оделись налегке. Весна же. Совсем не пахнет. Минулого разу нас деревами засипало. Да, цього разу, напевно, снігом засипає. Смотри, какой крупный пошел. Это Наталья правильно сказала. Экстремальная у вас рыбалка и кемпинг. 100%. Как в воду глядел. Не по слову экстремально. Это вообще капец. Уже много подохло рыбки. Я буду жаловаться на погоду. Что это за безобразие такое, а? Это просто безобразие. Володя сказал, будет сейчас солнце до обеда. Но почему-то его нет. Смотри, каких... Ну, я же таких не бачил. Такие шапки, это вообще, смотри. В этом году такого снега не видел крупного. Представляешь, какие плотки. А наверх смотришь, вообще обалдел.
готовим завтрак себе. Разогреваем колбаски. Сейчас почистим яички. Позавтракаем. Здесь немножко ветерок. У нас есть еще одно тут место. Но мы не знаем, есть ли там люди. Там только после 12, если есть люди, заезжаем. В общем, посмотрим. Если будет прохладно, можем переехать на другое место. Если будет более-менее, то останемся здесь. Просто неохота вещи собирать. А так здесь рядышком 5 минут езды. Кружки поставили. Пока сработок нету. Ну, будем ждать. Может, было очень холодно с утра. Сейчас чуть пригреет, может, рыба начнет ходить. Баркас наш на воде. Народу мало. Рядом там с нами чуть дальше есть соседи. А смотрю другие места, вот там вдалеке, то там нету ни палаток, ничего нет. Еще холодно. Не знаю, сработает или нет. Вижу один перевернутый. Там второй перевернутый. Там живец был большой, он его сразу перевернул, как мы только поставили. Мы просто не стали возвращаться его. А вот этот не знаю, сейчас глянем. Перевернутый, наверное, куда-то затащило в коряге. Стоит на месте. Так что, если результат какой-то будет, я вам покажу. Вот попался бесик. Такой. Не очень большой, нормальный. Так что с почином. Вот щучка порадовала. Бесик небольшой. А вот щучек такая. Не знаю сколько здесь. Ну больше чем килограмм. Кило 300 может быть. Это полторашечки. Ничего так. Слава Богу и спасибо природе. Удачная поездка. Кажется, там не так все было просто. Ого-го. Бесу надо хирургическая операция. У меня с собой ничего не было. И сюда. Щука? Красавец, ты где ты?
такая вот щучка. Вот такой бесик. Ну, бесик небольшой. Но он заглотил, в общем, глубоко. Нормалек? Мы закрывали сезон щукою и открываем сезон щукою. Открываем со щукой. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Володя, опа! Так, у нас работочка еще одна. Что-то там такое, не могу понять. Ой. Бест, ого! Бест. Это бест. Это бест. Ну такой, под килограммчик, наверное, наш килограммчик. Коронованный, с короной такой. Это рыба. Вот смотри, на заметочку, господа. Третья пойманная рыба, все три поймались на одинарный крючок, на небольшой. На тройник, на двойник были сработки, но ни одна не попалась. На одинарный крючок, пожалуйста, вот вам результат. Красавчик?